Главари боевиков прикрывают мародеров. С наступлением относительного перемирия мародерство боевиков достигло пика. В домах нагло выламывают окна и двери, выносят все. От бытовой техники до унитазов, рукомойников и одежды. На многих домах даже сняли черепичную крышу и унесли с собой заборы. На многочисленные заявления людей самозваная полиция говорит, что у них недостаточно людей и призывает приходить к ним на работу и патрулировать улицы самим. Местные жители оккупированного пророссийскими террористами Донецка жалуются на безнаказанность боевиков. А сепаратистское руководство псевдореспублик признало, что не в силах контролировать массовые грабежи. Все потому, что за мародерство боевики обещали расстреливать, но грабежами занимаются сами же террористы. А убивать свое пушечное мясо оккупанты не хотят, поэтому грабить разрешили. Люди испуганы, защиту им ждать не от кого.